Гостям чемпионата мира по футболу беспокоиться не нужно. В городах Мундиаля будут работать специализированные подразделения туристической полиции. Распоряжение о создании подразделения подписал министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев. До 5 мая группы туристической полиции будут сформированы в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Нижнем Новгороде иностранцев тоже поймут. В остальных городах, принимающих чемпионат мира по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля. Туристические группы будут патрулировать места массового пребывания иностранных туристов, помогать гостям в решении возникающих вопросов и принимать от них обращения. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение. На мой взгляд, это очень удобно, когда сотрудники полиции знают несколько языков. И, к примеру, если турист вдруг потерял кошелек, либо заблудился, он всегда может обратиться к ним, и они ему помогут. Вы приезжаете, покупаете путеводитель, у вас есть карта, но иногда вам нужно с кем-то поговорить, спросить совета. Нужно найти человека, который хорошо говорит по-английски. У нас в Мексике нет туристической полиции. Я думаю, что создание такой полиции – это хорошо с точки зрения безопасности, это хорошая идея. Сотрудники туристической полиции говорят, что на них еще возлагают некоторые функции гидов. В нашем подразделении, кроме изучения иностранных языков, большое внимание уделяется также изучению культуры других народов, других стран. Мы изучаем также историю Москвы. Полицейского, входящего в состав такой группы, можно будет найти по нарукавной повязке.